есть рыба ест. В Аляске, что ли? Любителей музыки можно выбрать разные звуковые системы, прослушать сразу. Интересная крыса. Интересно, как они их сюда и затащили. Необычно. Ну, цветовая гамма мотоцикла 2006 года. А, 2016. Аксессуары. Ну, сначала вниз, наверное, зайду. А, здесь стоит БУ, походу, да? Ну, а вот такие Харли БУ. Там Порш стоит. Чей-то. Так не бедно живет кто-то. Вот такой кастомный Харли. Да, в принципе, ништяк, конечно, выглядит. Самое главное, что такие вещи можно спокойно купить без всяких проблем. И не надо ждать там, не знаю, месяц или два, там, как в некоторых фирмах. Заказ тебе привозят через неделю буквально, там, из другого магазина. Неплохой офис у вас тут. Харли Дэвидсон ведрит его. Кафе. Фотографии со всяких скодок. Вот как раз у меня было, кстати, видео, где я ездил, там на скодку Харли Дэвидсон ехали, там почти все на Харли Дэвидсон. Много их. Не понял вообще здесь, кстати, вот эти байкерские движения там, то есть разные клубы там, разные эти самые, скажем так, товарищи собираются, то есть как бы устраивают там какие-то там мероприятия, ивенты и тому подобное. То есть и это как бы людям нравится, это очень распространено в Японии. Там что? Вот этот магазин, это уже всякие кипы здесь продаются. Фирменные Харли Дэвидсон. Хочешь куртку, хочешь эту футболку, я не знаю, там, жилетку, кепку. Новая весенняя коллекция этого года. А, всего-то, блин, 92 тысячи. Это фигня вообще. О, прикольно. Какие часы. Типа крутится колесо. Накидки тоже такие, легкие куртки. Thank you.
Футболочки. Шлемаки. Это что-то какие-то непонятно. Лейки Харли Дэвидсон. Ну, модель неплохая. Интересно, ездит, нет? Заводится, да, я имею в виду. О, неплохая такая жилетка. 53 тысячи стоит. О, даже какой раритет есть. Ёлы-палы, ну это вообще. Музыкальный автомат. А вот там вот, видимо, раньше пластинки стояли. А теперь его переделали под электронные. この間ほら駐車場の話したじゃん。今日ね、試験だったから、短い出られなかったんだけど、それをなんか、ケツケツしてるって言ってたから。これが、なんか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 、
Перчатки с подогревом. Да. Вот это выбор одежки, я понимаю. Да, я что-то подустал бродить. Для женщин. Вот такой вот магазинчик Harley Davidson. Ну, надо дальше они пойдут, там выше этажи. Слишком тоже напряжно. Кружки Harley Davidson. Тарелки. Кружка, кстати, сколько стоит? 2000 йен. О, ну это конечно да, 4,5 миллиона, 4,5 миллиона вот за такой мотоцикл. Как тут сесть-то сзади, что-то тут мало места, колоночки. Да тут у него телевизор или вот он. Да, офигенно выглядит, конечно. Что, девушке не понравился Дракса, решили взять Харлей теперь. Вот такой вот мотосалон Harley Davidson. Там еще и выше, кстати, мотоциклы были. Я просто не пошел.
дофига слишком ходить надо, уже стемнеет скоро. Так вот. Значит, будьте в Японии, заходите, вот. Очень интересно посмотреть на новые модели Harley Davidson. Причем с таким размахом тоже неплохим тут. Вот. Ну а вам если понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. До связи!